Такси внизу. А, ебать, прикольно, он с этими нахуй, с дезертами, блядь. В этом, на меде убил в доме. Андрюх, а, ну вот это, там? Который меня убил. Но он последний остался. Нет, это который с такси был, вот он выбежал и убил меня, ты его убил. Все, обходит последний, к Б. Они там все же по разрушке пошли. Ладно, я думаю, тогда буду это смотреть. Вот чувак тут за ним охотится. Вон он в этом разрушке, Андрюх. Внизу, Саня, перед разрушкой на меня. Он чувака отстанет. Открывается, он убил его. Блять. Он сейчас плентить будет. Ну пускай плентит, я подожду. Так беги, сейчас. Он же пока плентит, он же занят, ебаный в рот. А ты подождешь сейчас, чё, чтобы он встал в позицию? Блять, я думал, тут плент. Очевидно, назад возвращайся, да. Он гранату кинул. Это бочечка бежит, скорее всего. Не-не-не, смотри справа. Бежит по песку, слышишь? 5 секунд. Тебе надо 5 секунд, чтобы раздефизить. Да вот же он здесь, Саня. А, все уже. Да не успеешь, ты же хуй туда бежать. Бля, я хуй знает. Я проебался изначально с плентом, я как на доминации думал то, что он посередине. Я, блядь, что-то даже взгляд не кинул, то, что он там в углу оказывается. Ассист мне дали, сука, я тачку чуть-чуть подлечил. Ты в разрушенной, да, побежал? Я в разрушке, тут нет никого. Я в такси. На станку кинули. Нету в такси. Сука, он внизу сидел подо мной, блядь. Бегу здесь. Это на кто? Центральном ты здании. По мне... Нет. Я надеюсь, в этот раз, блядь, он налечит тачку, а я взорву. Так, все двое. Смотри, тут они бегут сразу. На заборе смотри. Не убил. Где? Где? За мной он уже пришел! Разрушка или где там? Не центральная. Да центральная. По песку он бегает. Он, скорее всего, уже к респе пошел. Да, блядь. А может быть так же тут и в разрушке есть один. Вот он нашего убил с разрушки. Один в разрушке, наверху. Саша. Ебать, крыса ебаная. Он просто в углу нахуй сидел, блядь. Да, это вот, который меня убил. Раз, блядь. Сука. Андрюха, ну а я не знаю, хули ты хотел, просто бежал. Там же видно все это. Да я потом, типа, по тени увидел его уже поздно. А при чем тут даже по тени? Ты даже просто, когда думал, заходишь, ебётся, надо лезть. Думал, он ебётся. С чего бы ему уходить? У него преимущество, нахуя ему съёбываться? Ёбай! Пиздатый у нас чувак. На побежим. На Б. Сейчас так взорвут нахуй тачку. Блять. Два флэпа по всем. На мид поднялся на второй этаж. Убили его? Mm-mm.
пока не мне видел. Мне нечем кинуть туда. Настройки наверху. Он двери там закрывает. Блять. Стройки хуй убил этот. Да, он был внизу. У меня хуевое положение, мне и убежать некуда. Наверху, да. И вот здесь вот есть. Ага, вижу тебя, хуево. Чего? Заебись, чувак. Блять, ебать, сейчас, если повтор покажет, как он нахуй, что это было сейчас вообще с анимацией? А он лег. Да я понял, ну просто ты видел, как он лёг? Он сразу же просто лёг. Сразу дропнул. У него не было статуи, стадии, когда он этот... Присед, он сразу лёг. Такого тут нету, тут нельзя такое делать. Ты вот сам сейчас встань, зажми, блядь, и он сначала присядет на ненадолго, а потом ляжет. Убил долбоёб. По меду хуй пошёл. Он, скорее всего, в дом полез. Нет, в дом, который забежал, блядь, я его убил. В разрушке он не хуярит. Откуда именно с разрушки? Со второго этажа. Ну, понятно, что со второго. Слева, справа. Слева, ближе. Ко мне бегут. Хорош. Я дефендить. Чего? А почему да проиграл? Ладно. Он успел раздефьюзить? Блять, какие долбоебы плентят сразу же? Ну что за хуйня? Ай, блять. На бой не надо, на. Я убил. Еще второго убил на подходе. Вот не дай бог он опять за... Блять, он плентит дым. Ну их двое осталось, может. Да, их двое осталось. Блять. То... У разрушки хуй. Центр, мид. У двухэтажки. С танку мне кинули. Что сейчас за лаг был? Почему лаг? Сейчас не было никакого лага. Вот когда тот нахуй лёг... Нет, ты... Нет, у тебя был лаг. Короче... А, вот. А, вот, ну хуй правильно знает. Может быть. У меня было все нормально. Я потом как раз таки, когда... Бля, один килл и чоппер у меня будет, пожалуйста, надо это сделать. А вот и чоппер. Только ты сейчас его не вызывай. Да не буду. На заброшку, ой, на... Блять, на заброшку. На заброшку побежал в сторону Б. У меня здесь. Он уже на нашей респе. Блять, на заброшке внизу стоит, сука, ждет. Раз, блять. Блять, крыса ебаная, нахуй. Он опять там сидит за углом, этот пидор. Райчу, блять. Вот тут, да, за углом он. Слева сразу. Ну, был там. Сейчас да, он там, мне кажется, сидит. Чего? Он там сидел, вот этот пидорас, блядь. Ебак, блядь. Просто гнида, блядь. Все в него.
все в него летели, блядь. Да ясен хуй, все в него, потому что я с Грау стреляю. У него разброса нету, блядь. Но тем не менее, этого не хватило, блядь, чтобы его убить. Уже пробежал, нахуй, пидорас ебаный. Ай, я, блять, вот. Откуда пробежал? Да по меду уже пробежал, где этот, нахуй, где, я не знаю, как она, эта хуйня, типа, для строителей, где на крышу залазит. Деревянная это. С МПхой, долбоёб, он по-любому тут и сидит. Сам, смотри, аккуратно, он здесь где-то. Нет, это твой чувак, слава. Ну, значит, на разрушке остался последний. А, его убили, Санёк. Который меня убил, его убили. Который вот этот пи-мен, блядь. Ебаный азиат, нахуй. Пошлите на А, а на Б я Витол вызову. На самом верху был? Блять, откуда? С медапа, походу, меня убили. А, с таксишки хуй, блять, меня убил, блять. Это тот Union Black, который райчил ебаный, блять. Я понял. Пидорас, блять. Блять, чувак, что боюсь. Кто там на спину ему заходит? Такси Андрей. Зашел. Он ливнул, по-моему. Остался, походу. Ай-яй, вот он такси, вот он такси, по-моему, блять. Красавцы. Да что-то походу пацаны такие долбоебы, что мне даже ничего не верят, не надо вызывать. Чего? Называй, говорю, чтобы ему жизнь медом не казалась. Погнали! Настройки. Блядь, есть. Ну не бед, этажку наверх побежал. Они все по домам сидят. Один сидит возле Б. Разъебал. И последнего я хуй знаю где. А что, у нас один чувак остался? А, два. На, который на первом месте. А, ебать, он уже в спине у нас был, блядь. Он это, на таксишке, Это раз, блядь. А он, наверное, такси за мной пришел. Да это райчо ебаный остался, а, бедрило, блядь. Заходит через разрушку. Да. Так, я, наверное, крайнюю. Изи прей, изи дэй.